Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Toyota RAV4 2011 года. Вот такая неприятность у человека. Вот в это место прилетел камень. Газонокосилка, которую вот окашивают обочины, поднял камень и шлепнул. Сейчас мы заменим это стекло на китайское. Оригинальное заказывать не стали. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Вот такая паутинка держится только за счет пленки. Пленка творит чудеса. В принципе, нормально. Но для этого мы сейчас снимаем обшивку и вынимаем стекло. Снимаем накладку вот этой ручки. Просто сдергивается. Вот такая вот. Снимаем мыльницу. Она сзаду от защелки вперед поднимается. Здесь получается, это заводится, фиксаторы отщелкиваются. Откручиваем саморез под крестовую отвертку. Откручиваем на ручке саморез. И снизу саморез. Все, здесь получается только три самореза. Дальше обшивка сидит на клипсах. Ручку даже троса не надо цеплять, она так, да? Целиком выдергивается. Не разъем. Вот, знаете, разбираешь. Чик. Так, сейчас оторвали вот эту пылезащиту. Снимаем разъем со стеклоподъемника. И откручиваем вот этих 4 болта. Одной рукой придерживаем стекло, планку, и откручиваем болт до конца один. Так вот получается, мы стеклоподъемник сняли. Просто придерживаем. Стекло начало приопускаться. Сейчас снимаем вот эту планку
которая задняя направляющая стекла. Вот этот болт и вот этот болт. Откручиваем. Вот здесь вот сверху под резинкой саморез планку держит. Его тоже откручиваем. Стекло опускаем вниз. Сейчас стеклоподъемник вытащим, чтобы он нам не мешал. Все, вытащили стекло, сначала приопустили его вниз, отодвинули планку в бок, сюда она отодвинулась, вытащили из направляющей, подняли вверх, стекло получается, вот оно на пленке разбитое держится, так целиком и выкинем. Заднее правое стекло, номер получается СТ-160-33-18-40. Это китайский аналог. Достаем. О, запаковали. Старое стекло вытаскиваем таким образом. Вам конец. Так, ну, очистил, ставим резинку, здесь маркером пометил по старому стеклу, как стояла планка. Ну и все, дожимаем эту планку на место и устанавливаем. Готово.
Заводим стекло. Мы сейчас будем клеить, поправим. Так, вот стекло завели, подняли его. Теперь поднимаем вверх планочку. Наживляем сверху саморез. И наживляем вот этих два болта. Один здесь. И один вот этот пониже, который... Пока я их не подтягиваю, потом подтянем сейчас. Поставим стеклоподъемник. Так, устанавливаем стеклоподъемник на место. Так, наживляем стеклоподъемник. Болты наживил, затягиваем их. Так, и затягиваем тогда вот эти два болта, которые у нас направляющую держат. Теперь мы на место раскидываем пленку пылезащитную. Пленочку приклеили, ставим обшивку. Так, устанавливаем обшивку.
Надеваем на место разъем стеклоподъемника. Заводим ручку. И одеваем обшивку сверху. Ну и смотрим. Клипсы попадают. И защелкиваем клипсы. Так, клипсы одели. Закручиваем саморезы на ручку. И закручиваем саморез внутренней ручки. Одеваем на место вот эту ручку, накладку. И одеваем мыльницу. Так, ну что, стекло мы заменили. Вот такое теперь прозрачное стекло. До завтра. Завтра оно будет затонировано. Что, включишь, Сереж, еще попробуем? Все работает, все закрывается. Единственное, что такая маркировка теперь. Сейчас протрем стекло от пятен. Все, закончили. Всего вам доброго.